Сегодня мы проводим наш очередной турнир «Гладиаторы в клетке» среди любителей. Последний раз в этом зале. Последний турнир в этом учебном году. Вот мы переезжаем в наш спортивный клуб. Я думаю, что наши турниры на этом не остановятся. Будем просто поменяем место проведения. Очень приятно, что растет наш турнир в плане участников. Сегодня у нас участвует больше 140 спортсменов, начиная с 5 лет, самые маленькие 20 килограмм, и заканчивая взрослые. Следующие наши турниры, я думаю, мы будем проводить на базе клуба «Воин» по адресу улица Лермонтовская, 27. Я думаю, это уже будет в следующем учебном году, осенью. Поэтому всех ждем, всех приглашаем, готовы к сотрудничеству и готовы соревноваться. По приглашению нашего друга Артура Малявина наш клуб «Биг Бразы» принимает участие в интересном турнире. Заявлено 15 участников, среди которых уже есть победы, первые места, остальные соревнования, бои ждем после перерыва. Будет понятно, насколько мы готовы. Поскольку клуб новый, еще мы не готовы сказать, как успешно будет выступление наших спортсменов. Наш клуб создавался с целью развития спорта не только в Харькове, но и в Украине в целом, поддержания молодежи. Молодежь, чтобы ушла с улиц, перешла в спорт, поддерживала нашу нацию, здоровый образ жизни, максимально показывая пример всем остальным. Также хотим поблагодарить организаторов турнира в лице Артура Малявина. Желаем удачи в развитии этого направления спорта и почаще проведения подобных соревнований. Я тренируюсь в клубе «Воин» у Артура Олеговича Малявина. Тренируюсь я уже полгода, я уже многому научился. Сегодня выступал на турнире, своим выступлением доволен. Буду дальше тренироваться, учиться и побеждать. Моя цель – дальше улучшать свои навыки. Сегодня спортивный клуб «Воин» проводит очередной турнир «Гладиаторы в клетке». Не может не радовать большое количество молодых спортсменов, особенно малышей. И даже те, которые дерутся первый раз, проявляют просто нереальную волю к победе. Это очень приятно, что наш спорт развивается, растет, и как бы мы приучаем все больше молодежи к этому виду спорта. Все спортсмены сегодня достойно выступают. Хочется им пожелать новых побед. И, конечно же, ждем их на наших новых турнирах. Огромное спасибо организатору и клубу «Воин», и организатору Артуру Малявину за то, что он проводит такие интересные и хорошие мероприятия.